Вот утро раннее. Что, первым делом мы что делаем? Помолились. Дальше мы начитываем Новый Завет, ролики по полчаса. И потом события дня, один час. Ну и дальше я перекачиваю. У меня тут все это провода тронуть нельзя. Поэтому кошки сидят там в подполе. А почему в подполе? Потому что они открывают, а оттуда сильный ветер идет. Холод, ничего нельзя сделать. Поэтому им ничего нет. Сейчас я вот это вот подпертое убираю палочку. Палочку сейчас я упускать буду. Смотри. Ой, первая белая выскочила. Ой, рыжая выскочила. Ой, буска выскочила. Сейчас смотри, куда они пойдут. Ой, хвосты только торчат. Вот она пришла, гляди, куда идет. Ой, да я ее поглажу. Вот она здесь, смотри, как выскоблила. Ну, гляди. Вот куда-то. Вот они, как ее выскоблили. Склонись рядом, вплотную, покажи. Я все, притянул. А когда вечером они прячутся, вот сюда вот залазят. Все. Так, сейчас они будут подходить по одной. Это не надо было им давать, они бы там сразу ушли. Ну ладно, пока едят. А теперь смотри, я ее сейчас отсюда вызову. Я как будто возьму бумажку. И гляди внимательно, буска как будет прыгать. Так. Так, хорошо. На буску, гляди на буску. Сюда. Ой, буска, гляди, гляди скорее. Вот она где. Ну-ка, давай. Ну-ка, где она мне? Вот она, буска. Скорее, вот она. Держи, держи. Ай. Ну, давай, давай. Вот так. И вот смотри, она что где. Подходи. Стоит издалека, но можно подойти. Вот она. Все. Буска получила свое. Никого не пускай. Хвост прижали маленько ей. Давай, ешь. Вот за гвоздик тут заводить надо. Все. Ну, а я дальше за ним. Володя там свои вперед. Я скорее начинаю закачали сегодняшние. Что у нас? Вот у нас стрим. Сколько мы каждое утро берем? 4,29. 4,3 гигабайта. То есть у нас с запасом идет. Суббота, сегодня заканчивается почти все. Первое, что я делаю? Проверяю. Что считают? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 98. Так, 98. Что я теперь делаю? Это первое. Я уже показывал это. Номер 98. Где она? Вот она. Метод 98. Копирую. 2 Тимофея 3.6. Ctrl вот нажимаешь. И S. Ctrl-S. Это копировка. Потащил сюда. Теперь все. Вот это замигало. Теперь вставляется. Ctrl-V. Все, скинулось. Ну, а второй я уже знаю, какой идет ролик. Идет вот этот вот. Номер 99. Номер 99. Можно вот так вот начать. Маленько-то. А потом на Shift нажать и в конце стукнуть. Все. Ctrl-S. Перевел сюда. Это... Ctrl-V. Так, Ctrl-V. Ничего не будет. Я нажал не так. Мы не выделили? Я выделил ему то. 98 надо. 97. А что-то это далеко отошло. У нас 98 сейчас был. Да. И видишь как? 2 Тимофея 3.6. 2 Тимофея 3.6. Я не на ту нажал, и она скопировала само название ролика, вот в эту цифру. А надо Ctrl-V нажать было. Все. Дважды. Надо же, как неудачно сегодня. Убрать. Ctrl-V. Все. Ага. Что она говорит? 2 Тимофея 98. Это одно и то же. Значит, я скопировал не ту. Вот видишь, сколько бывает. 98. 97, 97, 98. А 99-го-то и нету. Ну а что ж тогда делать? 99 как потерят? Я его вырезал, а не взял. Ну уже вот что делать. Закрываю. И она спрашивает, сохранить изменения? Нет. И она его вернет. Теперь снова захожу. Снова захожу. Ага, я ее закрыл. Закрыл. Видишь, сколько вот потерять. А что я сейчас иду? Колоссянам. Надо найти, где колосс. Вот она, Колоссянам.
сама выбрасывает. 99-й должен был появиться. Вот она, появилась 99-я. Видишь, как закрыл и не сохранил. И она зашла. 99-й, Ctrl-S. Вот по ошибке по своей, сколько пришлось потерять минуту. Ctrl-V. Теперь все. Вошло. Теперь снова я захожу. И показалось толкование блаженное и комментариями. Опять копирую. И опять сюда стоять. Я это уже один раз показывал. Теперь Ctrl-V. Опять. Ctrl-V. Все. Вот эти ролики уже полностью готовы. Теперь я их копирую. Не копирую, а выделяю и перетаскиваю в архив. И остается теперь только один. А что это один? Так это что, стрим? В корзинку, чтобы она не мешалась. А теперь вот это то, что мы сегодня насчитывали. Теперь что, вот это мне закрыть, надо убрать. Остается только события дня. Ну а события дня тут уж мы разберемся. Какое? 419-е события дня. Кто-то меня натолкнул на это, какой-то Колесников якобы. А говорят, это враги. Я благодарен врагам. Они дали тему такую удивительную, неиссякаемую. Все большим авторитетом пользуются. Так. Она не берет все копировать. Одну. Раз, Ctrl-V. Номер прошло. Теперь Матфея вот это вот. А если вместе с последним, она не тащит их. Указание. Приходится на три раза копировать. Снова вставляю сюда. Копировал. И теперь еще раз. Теперь надо число занять. Число, число это взял. И опять туда. Вот сколько здесь? Когда я буквы менял, там Е, Ё и прочее, 110 тысяч переключений пришлось сделать на Димитровско. Так, это полностью закончилось на недельный. Теперь куда? События дня. Все. А теперь опять за это ходит. Готовим на завтрашний день. Завтра будет уже 420-е. Заранее. 420-е. И сегодня 4-е. За день будет сделано. Все на этом. Морковка готовая. Все, уходим. Благословен Господь. Готово.